Зараз за день господарки Гомельской области намолочиваются до 30 тысяч тонн збожжа. По прогнозах областного комитета по сельской господарце и харшаванне, сёлета урожай збожжевых повинен скласти каля 930 тысяч, прикладно на треть больше летошняга. По состоянию на сегодня мы уже убрали 72% всех площадей, намолотили 692 тысячи тонн. Это уровень прошлого года, мы уже перешагнули эту грань. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Это наш Гомельский, Добрушский район, Мозырский район. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. У Добрушском районе жниво планируют полностью завершить завтра, одним из первых на Гомельщине. Как и всюду, агульнорайоны намолот больше летошнего. Теперь задача аграрию провести на высоком уровне сяубу озимых. Урожай наступного года у значной ступени будет залежить не только от климатичных умов, але и от якости насения. У районной державной инспекции по насенневодству, карантине и ахове рослин доследуют весь посадочный материал. Кажут, что покуль с господарок не привозили ни одной партии збожжа, якое было бы непридатно для сяубу. Добрый урожай этого года тут так само связывают не у опошнюю чаргу с якостью насения. Причем 60 тысяч тонн зерня высокой якости для района сёлета отримали за сродки областного бюджета. По репродукционному составу. Первая репродукция у нас 30%, второй 50%. Остальное уже планируем закупить минимум 320 тонн элиты. Мы уже с этим вопросом работаем непосредственно. И в Гомельской области уже есть места, где мы будем приобретать, и в Минской. И такие личбы. Зараз на Гомельщине 13% озимых и 17% яровых культур сеют элитным насеннем. И хоть это выше установленных Галиновым министерством 10%, долю посевного материала высокой якости у регионе будут повеличивать. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».